21-year-old son. Когда Александр умер, у него не было преемников, не осталось никого, кроме сына, которому было всего лишь год. And so Alexander's generals began to fight among themselves as to who should be in control. Поэтому после смерти Александра генералы, его генералы начали делить сферы власти и сражались друг с другом, чтобы управлять империей. Ultimately, Alexander's empire was divided among four of his leading generals. И в конце концов империей руководили четыре генерала. Ptolemy, who was probably his greatest general, was given the region of Egypt. Самый выдающийся из генералов Александра, Птолемей, взял себе Египет. Seleucus was given the region that covered much of ancient Persia and the southern parts of Turkey. Селевкид управлял территориями, восточными территориями Персидской империи, бывшей Персидской империи, и вот этой территории современной Турции. And the other areas of to Antigonus and to Cassander, the areas of what is today Turkey and Greece. Та часть, которая вот современная Турция, это принадлежала Антигону, и четвертая часть перешла Кассандру. Now, for our purposes and also just for historical purposes, the two most powerful of the successors of Alexander were Ptolemy of Egypt and Seleucus of Syria and Persia. Для нашего курса и для изучения истории Нового Завета нам необходимо знать только о двух генералах и о территориях, которыми они владели. Это Птолемеи, которые царствовали в Египте и в Аравии, а также Селевкиды, которые царствовали в Сирии и в Персии. And the reason it's important for us is because you can see that Israel is right between these two kingdoms. Почему это для нас важно? Потому что Израиль находился между этими двумя царствами. At first, Israel was part of the rule of Antigonus up here. Вначале Израиль был территорией, которой управлял Антигон, так как Антигону принадлежала Малая Асия. But very soon it was lost and it came under the control of Ptolemy. Но очень скоро он эту территорию потерял, и эта территория была присоединена Птолемеями. But the Seleucids also wanted control of this area. Однако Селевкиды также пытались захватить эту территорию. And so even though they were fellow Greeks, the Seleucids and the Ptolemies would fight with one another. Несмотря на то, что и Птолемеи, и Селевкиды были греками по происхождению, они друг с другом воевали за территории. And as they would fight, they would often meet in the middle, which would make the fighting go on right in the land of Israel. И очень часто, когда Птолемеи и Селевкиды затеивали какое-нибудь сражение, они встречались на территории Израиля. То есть Израиль всегда был посредине. Кто одерживал победу в этом сражении, тому Израиль и присоединялся. Тем он и принадлежал потом. And so Israel found itself going back and forth, sometimes under control of the Ptolemies, sometimes under the control of the Seleucids. И поэтому так часто и получалось, что Израиль то был под управлением Птолемеев, через какое-то время Селевкиды их захватывали, туда-сюда приходилось ему перемещаться. And wanted to be or not, the Hebrews found themselves thrust into international affairs. И даже если израильтянам, в общем-то, не хотелось этим заниматься, получилось так, что они были в центре вот этих военных международных действий. And the Jews' future depended largely on which army they decided to support. И очень часто будущее Израиля зависело от того, на чью сторону они станут во время военных действий, чью армию они будут поддерживать. If they supported the victors in the battles between the Seleucids and the Ptolemies, а если потом оказывалось, что они были на стороне победителей, then they would be honored and treated well as allies of the victors. То тогда к ним относились хорошо, вот победители относились к ним как к союзникам. But if they chose to support the army that was defeated in the battle, но если вдруг они были на стороне той армии, которая одержала поражение, потерпела поражение, то тогда уже победители относились к ним плохо, налагали очень большие налоги.
And so it became very important that the Jewish leaders would make the right decisions. Поэтому in this для иудейских руководителей было очень важно принять правильное решение. And the people, not having a governor or a king, would look to the high priest as their leader and ruler. Так как в Иудее не было царя, а не было какого-то правителя, естественно, что они взирали на первосвященника. Он должен был выполнять эту роль. And the priest would then find advice from the scribes and the Jewish council, which eventually came to be known as the Sanhedrin. А первосвященник обращался за советом книжникам, а также к совету иудейскому, который потом в дальнейшем назвали Синедрионом. And these three groups, то есть вот эти вот три группы, the priests, священники, the scribes, книжники, and the Jewish council, и иудейский совет, provided the three main sources of power among the Hebrews. Как раз и разделяли власть между собой в Иудее. And but the major head of these three groups was the high priest. Однако самым главным руководителем считался первосвященник. Now, in the early days after the death of Alexander, the greatest power among the four Greek generals was found in the kingdom of the Ptolemies. В самом начале истории после смерти Александра Великого наибольшей властью из четырех генералов, между которыми была разделена империя, обладал Птолемей. And the first of the Ptolemies to rule was a man by the name of Ptolemy Soter. Итак, мы говорим о периоде правления Птолемеев. Первым из них был Птолемей Сотер. He was said to be Alexander's ablest general. Считали, что он был наиболее выдающимся из генералов Александра. And not long after he took over the government of Egypt, Palestine was added to his domain. Прошло не так много времени после того, как он стал управлять Египтом, когда он присоединил к себе и Палестину. At first, Ptolemy Soter was very, very harsh in his treatment of the Jews. Вначале Птолемей Сотер достаточно жестко обращался с иудеями. But eventually he came to trust them and to admire them. Но со временем он начал им доверять, проникся доверием и даже стал восхищаться ими. He even used many of them in various parts of his kingdom. Многих из них он пригласил на различные должности в своем царстве. And then when Ptolemy Soter died, his successor, who was Ptolemy Philadelphus, после смерти Птолемея Сотера его место занял Птолемей Филадельф. He was even more friendly to the Jews. Он был еще более дружелюбным по отношению к евреям. He promoted the arts. Он занимался распространением искусства. And he allowed the Bible, which was the Old Testament. Именно Птолемей Филадельф разрешил перевести Библию. To be translated in the city of Alexandria, Egypt. И это произошло в городе Александрия в Египте. And this translation was believed to have been done through the work of 70 scribes and linguists. По преданию, переводом занималось где-то 70 книжников и лингвистов. And because of that, it came to be known as the Septuagint. Именно поэтому этот перевод на греческий язык называется Септуагинтой. Or we sometimes just see it called the LXX, the Roman numerals. Иногда пишут даже римские цифры LXX, а что означает цифру 70. Now in time, rivalries developed between the kings of Egypt, that is the Ptolemies, and the kings of Syria, the Seleucids. Как раз начинаются проблемы между царством Птолемеев, то есть между Египтом и Сирией, в которой правили селевкиды. And this rivalry came to a climax when Ptolemy Philopator was leading Egypt. Это соперничество достигло кульминации, когда в Египте правил следующий Птолемей Филопатр.
And he ruled Egypt from 222 to 204 BC. А Птолемей Филопатор правил в Египте с 222 года по 204 год до нашей эры. At the same time, the leader of the Seleucids was a man by the name of Antiochus the Great. А в то же самое время из Селевкидов правил в Сирии человек по имени Антиох Великий. He is also known as Antiochus the Third. А также известный как Антиох III. And he ruled from 223 to 187 BC. И вот Антиох Великий или Антиох III правил с 223 года по 187. And these men were both very able leaders. Оба правителя, и Птолемей Филопатер, и Антиох Великий, были способными правителями, талантливыми. And they both built strong armies. И у каждого из них была мощная армия. And so the fighting between these two armies of the Seleucids and the Ptolemies became very, very violent battles. И поэтому очень жесткими были и жестокими были сражения между этими двумя армиями, между Птолемеями и Селевкидами. On the occasion of one of these battles, Philopater was able to defeat Antiochus at a battle near Gaza, which is down here. И вот однажды Филопатер все-таки смог одержать победу над Антиохом на территории Газа. We hear so much about Gaza in the news today. В новостях очень часто мы слышим об этой территории. That region that the Jews have just turned back over to the Palestinians, and there's so much fighting going on. То есть очень много различных противоречий и проблем было связано с этой территорией, которая была израильтянами отдана Палестине. But after his victory at Gaza, on his way back to Egypt, Philopater went up through Jerusalem before returning home. Вот после вот того, как он одержал победу над Антиохом, и он решил вернуться в Египет, путь его проходил через Израиль. And he tried to show his superiority to the Jewish gods by making the bold step of entering into the Holy of Holies. И вот он приехал в Иерусалим, и он хотел доказать, что он выше иудейских богов, и поэтому решил войти в святое святых в храме. But as Josephus tells the story, Иосиф Флавий описывает эту историю. As soon as Philopater came to the entrance of the Holy of Holies, он пишет о том, что как только Филопатер приблизился к входу в святое святых, he was seized with great fear and trembled. Его объял такой страх, что он начал дрожать. He could not enter. Он не смог сделать шаг и войти в святое святых. He fled the temple. И просто убежал из храма. And that gave him a fear of the Jewish people, but it increased his hatred. Из-за этого он стал ненавидеть еврейский народ еще больше, но с какой-то стороны он их и побаивался. And when the Jews expressed their anger at Philopater for even thinking of entering the Holy of Holies. Естественно, что евреи очень сильно разозлились на Филопатера даже за одну мысль о том, что можно войти в святое святых. He responded by withdrawing their privileges. Тогда он ответил на это тем, что лишил их всех привилегий. Taxing them heavily. Она увеличил налоги. And then he began to persecute them harshly. И начал жестокие гонения. One of the great stories, though, about Philopater really changed his way of treating the Jews. Однако в его жизни произошел один случай, который способствовал тому, что он изменил свое отношение к евреям. And that was when he decided once to gather up all the Jews he could find in the city of Alexandria. Однажды он решил собрать всех евреев, которых он только смог бы найти в Александрии, в Египте. And he had them all taken down to the city hippodrome, like a horse racing track. Всех их привели на городской ипподром, там, где должны были проходить конные скачки. And then try to picture this scene, if you would. Попробуйте себе представить вот эту картину, ипподром. He brought into the hippodrome a herd
of drunken elephants. На этом ипподроме, на этот ипподром пригнали стадо пьяных слонов. Think how much beer did those elephants have to drink? Даже просто представьте, сколько пива необходимо одному слону, чтобы он стал пьяным. Да, наверное, все запасы, которые были в Египте, были использованы для того, чтобы вот именно посходили с ума эти слоны от пьянства. But the idea was that these elephants in their drunken state would stagger into the hippodrome and they'd fall on all these Jews and crush them and kill them. А зачем вообще слонов напоили? Они сделали это для того, чтобы они стали неуклюжими и начали падать на евреев, таким образом бы их всех раздавили. Well, the Greek citizens would sit in the grandstands and watch this event for free amusement. А в это время греки будут сидеть на трибунах и смотреть за таким вот интересным зрелищем. Only what happened was that these elephants, in their drunken state, однако произошло следующее: вот эти слоны, будучи пьяными, they escaped from the field of the hippodrome and they began to climb up into the grandstand. Не захотели оставаться на ипподроме, на самом вот стадионе, да, на поле, а полезли на трибуны. And instead of falling on the Jews on the ground below, they fell on the spectators in the stands and killed many of them. Вместо того, чтобы падать на евреев, они начали падать на греков и на зрителей, и очень многие погибли. When Philopater saw this, heard about this, he saw this, he took this as a token of God's favor on the Jews. И когда Филопатер узнал об этом, увидел это, то тогда он решил, что Бог все-таки на стороне евреев. And so he stopped persecuting them. Таким образом закончились гонения с его стороны. Конечно же, любовь он не проявлял к ним. But he stopped persecuting them. Но, по крайней мере, гонения он прекратил. He was afraid of their God. Он испугался, что у них такой Бог. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Well, when Philopater died in the year 204 BC, когда Филопатер умер в 204 году, до Рождества Христова, he was succeeded by his son, who was called Ptolemy Epiphanes. У него остался сын, его звали Птолемей Епифан. Now, Epiphanes, however, was only 5 years old. Однако ему было всего 5 лет, его сыну. And of course, he wasn't ready to rule. Естественно, что в таком возрасте еще не дозволительно было править. He ruled through the advisors, the adult advisors who. Поэтому у него были взрослые советники, которые фактически и занимались управлением царством. Yet this left the Ptolemies in a weakened state in their government. Однако вот это вот был тот период, когда Птолемеи немножко ослабели, потому что не было сильного руководителя. And so Antiochus the third of the Seleucid kingdom, Antiochus the Great. Поэтому Антиох III, Антиох Великий из рода Селевкидов, decided to take advantage of this turmoil going on in the Ptolemaic palace. Решил воспользоваться вот этими беспорядками и дезорганизованностью, которая была во дворе Птолемея, во дворце Птолемея. And so he thought he would enlarge his empire. И он подумал, что как раз подходящее время для того, чтобы расширить территорию. He was able to keep the Ptolemies under control and also come to dominate the area of Palestine. То есть он хотел захватить и территорию Птолемеев, а также захватить Палестину.